все животные планеты приспосабливаются к окружающей среде. Некоторые предпочли вести ночной образ жизни. Рассмотрим, какие же это животные. Сова – это хищная птица, охотится за мышами, некрупными птицами, лягушками и насекомыми. У большинства сов мягкое оперение, чтобы бесшумно летать, острое зрение и слух. Летучие мыши. Многим известна особенность этих зверьков – спать вниз головой. Никто из животных так не отдыхает. Дело в том, что такое положение позволяет им расслабить мышцы, которые участвуют в полете. А еще для того, чтобы взлететь, мышь просто отпускает когти, падает вниз и взлетает. Ёж – это насекомоядное животное, питается насекомыми, гусеницами, жуками. Главное заблуждение, что ежи – любители яблок, однако яблоки помогают почистить иголки от клещей и других паразитов. И еще, ежам нельзя молоко, они его не усваивают. Кабан – это растительноядное животное, ест желуди, ягоды, грибы. У кабанов уникальный нюх, поэтому в некоторых странах Европы их используют для сбора очень дорогих грибов – трюфелей. Рыжие волки – прекрасные ночные охотники. В их рацион входят кролики, еноты, насекомые, ягоды. Еноты – первоклассные воришки, поэтому, находясь с ними, будьте аккуратней. Еноты всеядны, едят и ягоды, и орехи, и мелкую живность – лягушек, улиток. Сахарные летяги названы так за то, что умеют летать с дерева на дерево. Едят только сладкую пищу – фрукты, овощи. Большие глаза обеспечивают уникальное зрение.